12 студентов кафедры книжной графики и дизайна печатной продукции Крымского федерального университета представили выставку своих работ в Республиканской научной библиотеке имени Франко. Мы хотели обменяться отзывами и опытом с зрителями, понять, насколько актуально творчество молодых художников-графиков и показать непосредственно наш уровень и, ну, как проекцию нашего собственного мира и взгляда на современную живопись, графику, иллюстрацию. Выставка сочетает в себе экспозицию из графических работ, зарисовок, графических листов, эстампов студентов кафедры книжной графики и дизайна печатной продукции. Чтобы погрузить зрителя в атмосферу творчества, студенты создали своеобразный арт-объект, который помогает понять, как они делали свои работы. Оценить работы молодых художников пришли гости библиотеки, студенты младших курсов кафедры графики и дизайна печатной продукции и, конечно же, преподаватели. Поэтому мы поддерживаем их горячо, потому что художник формируется из многих компонентов, не только школа, учеба, да, в том числе и среда, и культурная среда, и выставочная деятельность. Да, поэтому для художника это очень важно. Организация выставки республиканского масштаба – большое достижение для начинающих деятелей искусства. Такой формат презентации студенческих работ позволяет оценить уровень подготовки на кафедре и сложить общее впечатление о направлении искусства, в котором развиваются молодые художники. Алена Арцебашева, Николай Шульга, пресс-служба Крымского федерального университета.